Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 385-е упражнение. Необходимо прочитать, ответить на вопросы, найти тезис. Итак, давайте прочитаем. Вечером, перед тем, как лечь спать, подошел Колька к календарю, оторвал листочек и прочел на нем «Вторник». Посмотрел на оставшийся листок и прочел «Среда». «Завтра уж среда», – подумал Колька и похвалился. «А я знаю, мама, почему среда средой называется. Это потому, что она посередине недели висит. Верно я говорю?» «Верно», — согласилась мать. Итак, давайте с вами найдем тезис. «А я знаю, мама, почему среда средой называется. Это потому, что она посередине недели висит». И необходимо ответить на вопрос, как Колька разъясняет этот тезис, да? То есть среда называется средой, потому что находится посередине недели. И также как называется эта часть повествовательного текста. Она называется рассуждением. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.